Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Джоз, и сегодня мы продолжаем играть импостер соло и проходить различные головоломки. Итак, мы должны здесь с вами выживать, играем все время за импостера, и чтобы здесь не спалиться, мы чиним, и недовольный черный убегает вон в другую комнату. Замечательно, но пока он не видит, мы убиваем красного и прыгаем. Надо было, все, сюда красный приходит. И такой типа, ничего себе, здесь совершено преступление. Мы его забираем и забираем черного, вот и все. Все, зачистка прошла, 21 уровень пройден. Те, кто не смотрел прошлую серию, обязательно смотрите. Мы там с 1 до 20 уровня прошли вообще на изи все. Давайте здесь тоже уничтожаем. И спускаемся, наверное, в люк. Прячемся в люке и ждем, пока сюда кто-нибудь придет. Вот приходит один и такой в страхе думает, ничего себе, здесь преступление. А мы дверь закрываем и такие, ну привет. И все, последний остается. И мы его забираем, скорее всего, да? Да, вот и все, привет, бамч, и уничтожили. Интересно, сколько уровней мы сегодня пройдем. Итак, с чего бы здесь надо начать? Надо, наверное, сломать вот эту штуку. Эй, что? Он меня заметил, там был чувак, которого я не видел, ребята, он просто там где-то стоял, вот он стоял, я его не заметил. Точно, и как мне тогда теперь здесь быть? Как мне быть? Неужели мне надо сюда в люк спрятаться? Ладно, давайте попробуем спрятаться. Сюда спрятались и сюда идет чинить. Идет чинить, так, закрываем здесь дверь тогда, да, закрываем. А ты что, не заметил то, что я из люка вышел? Стоп! А вот это откуда там, откуда он взялся? Да, я не понял, ребята. Там еще один был, оказывается. Ну ладно, давайте тогда сделаем так. Садимся сюда в люк, сейчас выходит. Но если мы его сейчас прикончим, то нас же заметит, 100% заметит. Так, да неужели, вот то, что я здесь сломал, ты заметил, да? То, что я здесь чувака уничтожил, ты не заметил. Какой-то странный у нас пассажир. Ну-ка, давайте мы его сейчас уничтожаем, чтобы он больше не выпендривался. Откроем здесь дверь и уничтожаем вот этого. Так, ну все, хана тебе, чё, хана, на, получай. Все, и этот уровень тоже был пройден, ребята, тоже мы его с легкостью прошли. Итак, здесь у нас какое-то собрание сразу же начинается, люди разбегаются. А мне что делать? Мне надо, наверное, пойти чинить тоже. Я типа помогаю чинить. И все, и все помогают чинить. Все такие недовольны. Разбежались, да, разбежались. Я такой, опачки. И спрятался сюда. Сейчас кто-нибудь по-любому придет. Они даже вдвоем пришли. Ничего себе. Ну-ка, давай попробуем тогда сразу вот этого прикончить. Так, раз. И теперь тебя. Тебя... Да как? Я что неправильно-то сделал? Он же последний оставался. Я мог его уничтожить, ребята. Я не понимаю эту игру. Она вообще нелогичная в этом плане, конечно. Ладно, давайте так. Давайте так, все. Сейчас они разбегаются. Мы уничтожаем вот этого. Уничтожаем. И садимся сюда, в туннельчик. В вентиляцию зашли, они такие испугались и разбежались. Значит, мне надо сейчас знать, что вот эту сломать. Сломали и обратно спрятались. Все, теперь сейчас один здесь что-то делает, а мы его сейчас в это время как раз и уничтожим. Да, там же никого нет. Так, опа, уничтожили. Сейчас еще один подходит, и мы его тоже уничтожаем. Такие, опачки, все. Вот так оно было, ребята. Вот так надо было уничтожать. Понятно. Опять у нас забагованная белая карта, на которой непонятно, что нужно делать. Здесь я даже не вижу, кто где стоит, но давайте попробуем так сломать. И сразу же прячемся в вентиляцию. Спрятались. Итак, что, ты меня заметил, что ли? Серьезно? Ничего себе. Ха, он меня заметил, оказывается, откуда-то.
Ладно, давайте попробуем в другую вентиляцию, может засесть. Ну-ка, давайте вот сюда попробуем. Может, в это он меня не заметит. Так, спрятались. Да, в это он меня не заметил. Так, вот он идет сюда. Давайте попробуем. Мы его сейчас быстро, неожиданно прикончить. Так, опачки. И сразу же садимся сюда. Спрятать. Сейчас придет и заметит. Да ладно, ты заметил то, что я... Или нет, не заметил. Ох, я уже думал, он меня заметил. А то, что я здесь чувака прикончил, он не заметил, да? Ладно, давайте уничтожаем его. И сейчас... А все, что ли? Всего два члена экипажа было. Я думал, будет куда побольше. Ну ладно. Ладно, ладно. Теперь у нас какая задача? Теперь у нас задача заключается, наверное, надо начать чинить. Все, чиним. Сейчас они должны разбежаться по сторонам. Один куда-то убежал. Непонятно куда. Так, и поэтому мы таки уничтожаем здесь. Да ладно, ты чё, заметил что ли? Он же убежал вообще в другую комнату. Да, я не понимаю их. Ну ладно, сделаем по вашим правилам. Сейчас, давайте мы чиним. И теперь ломаем. И все здесь типа поломалось. И ты недоволен типа, да? А как? Как тогда? Как сделать-то? Ну ладно, значит, у нас остается единственный вариант, это залезть в вентиляцию. Сейчас будет. Так, здесь чиним. Чиним, чиним, чиним. И сейчас нам надо будет спуститься в вентиляционную шахту. Опа, очки спустились. Этот что-то недовольный такой. Они вот поменялись местами. Ну давай, теперь вот так вот попробуем уничтожить. Надеюсь, меня не заметит. Да ты серьезно? Ну, вроде бы... Да ты серьезно? Чего они по очереди приходят? Я их всех по очереди уничтожил. Я думал, они пришли, типа, заметили меня. А оказывается, нет, не заметили. Да как так это вообще работает, игра? Ребята, объясните. Я не понимаю, серьезно. Не понимаю. Так, ну давайте здесь, наверное, надо помочь чинить этому. Как будто бы чиним. Это приходит сюда и жалуется. Они разбегаются. Разбегаются, разбегаются. И в этот момент мы уничтожаем вот этого. И, наверное, нет, не туда. Не туда надо было спрятаться в вентиляцию. Но вот почему мы в этот раз его не смогли убить? Почему это проигрыш? Просто создатель игры так захотел и поэтому так, да? Ну ладно. Давайте будем играть по его правилам. Так, вот мы здесь типа чиним. Сейчас все разбегаются. Мы уничтожаем этого и садимся в вентиляцию. Так, сели. Сейчас сюда кто-то придет. Такой, оу, нет, здесь преступление. И вот они вдвоем здесь бегают, один убежал. И в этот момент я, наверное, могу прикончить вот этого, да? Надеюсь, что это правильный вариант. Так, прикончили. Ну и все, и тебя тоже здесь забираем. Все, да. Мы прошли 28 уровень. Сейчас 29. Итак, и что здесь? Все, что ли? Подожди. Серьезно? 29 уровень пройден. Это что-то у нас... У нас уже начались какие-то повторы, ребят. Ну, блин, все, ребят. Мы прошли игру, это повтор уже начинается. Блин, я думал, у нас побольше здесь будет загадок. А оказывается, нет. Оказывается, не побольше. Ну, что ж, вот смотрите. Опять мы вот здесь уничтожаем. Здесь уничтожаем. 30 уровень пройден. И все у нас по новой, так же, как и в первом видео, да, смотрите, здесь закрываем, уничтожаем вот этого, уничтожаем, здесь уничтожили, открываем здесь дверку и уничтожаем вот этого, и все. Ну что ж, ребята, раз уж игра закончилась, показывать мне больше вам здесь нечего. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, напишите крутой комментарий. А на этом у меня все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.